Всем привет! С вами Настя Рупель, я снимаю свое новое видео. Сейчас мы находимся в Германии, город Гислен, а точнее это на окраине. Вот Глейбергерланд. Русский, наверное, Глейбергер. Вот. Хойхельхаймерзее, то есть Хойхельхаймерское озеро. Вот. Здесь какие-то экологические... Здесь какие-то вот такие вот птицы водятся. Тайхерорзе, Зенга, Люс Регенфайфе, Цвектауфе, Кемфлёйфе, Фишадо. Это, конечно, смешно. Как будто в цирке одели его. Красивые цветочки-то какие-то. Здесь написано все про природу, про птиц. Здесь вот картинки, как люди здесь отдыхают. Здесь можно лодочки, видимо, вот ставить или даже может арендовать. Вот Хойхельхайм, окружность, да? Вот Дотенхоффернерзее, Сёрфзее, Зюдзее. То же самое здесь, в принципе, написано, просто с дорогами уже более четко. Вот. А, это сейчас настоящее время вот такое вот проходит. А это было в 1960 году, это в 1974, а это вот 2021 год. Там сейчас катаются какие-то люди, типа тут серфинг, не серфинг. Давайте подойдем, посмотрим, что там. Автобан, поэтому так шумно. Грилин ферботен, вот. Нельзя грилить. Ахтун, Криги, Винсен, Бады, Бурай, Криги, Бурай, нельзя купаться из-за коронавируса. И вообще здесь, по сути, присутствовать тоже нельзя. Ну, типа, лежать, купаться. Хотя, люди есть. Он едет, ну как цепин, руками держится какой-то трос или что. Вот. У другого, а вот там целый ферайн, то есть все общество, он видит, там куча людей, прям целый домик, и там люди спускаются на воду, тренируются что ли. Вот здесь сейчас будет проезжать тут один человек. Видите, как доска одна. И он держится руками за какую-то веревку оранжевую. Там наклоняется и так далее. Ой, боже, а теперь без веревки. Все. Упала это, кстати. Ага, трос обратно притягивает. Может, это как-то там можно каждому посещать. У кого-то, смотрю, это как лыжи, вот две палочки. У кого-то одна цельная большая. Частная собственность, значит, гриль и открытый огонь очень строго запрещены. Собак на поводке держать, ну, ладно, пойдем. Здесь находится какое-то платное озеро. Вот видно, открытый плат.
Можно здесь переночевать. Можно здесь с машиной добраться, не только велосипедом. Если хочешь, можно, конечно, пешком, но это вряд ли. Сказали, что вход находится дальше, вот там вот. Видимо, надо заполнять какие-то бумажечки, где ты пишешь, кто ты, что ты. Видимо, надо еще платить. Да, там люди платят. И, наверное, сейчас в связи с короной какой-то, может быть, тест уже приделать. Сейчас посмотрим. Двое мастер, погнали. Надо указать количество взрослых и количество детей, дату, время, когда вы приехали, имя, фамилия, фамилия, подпись, номер телефона и английский. Озеро называется Дутенхофенер Зее. Короче, открыто с 5 часов до часу и с 3 до 10. А точнее, Тут есть туалет, душ, можно переодеться, кемпинг-плац. Ну да. Тут еще я слышала, какая-то сейчас выставка, или что проходит. Люди на выставку пришли. Тут хороший пляж, вон песок, люди купаются. Вода чистая вроде. Сейчас дня вода была 20 градусов. Сейчас 29 градусов температура воздуха. Там все написано просто. Вот еще ресторан какой-то есть. Так, надо маску носить. Ну, чтобы зайти и выйти, вам надо маску носить. Надо дезинфицировать руки. Значит, на дороге к туалету тоже надо носить маску. Вот это вот резервирован с Богом, то есть все данные должны от каждого гостя быть написаны. Данные хранятся один месяц от вас, потом они будут все уничтожены. Показать ваши документы, чтобы подтвердить свою личность. Здесь не разрешается грилить, слушать музыку. Вот эти вот все блютузные боксы тоже нельзя. Нельзя приносить с собой кальян и его курить. Нельзя играть в футбол. Нельзя приносить с собой высокопроцентный алкоголь. И нельзя
приносить с собой еду в большом количестве. А так, то добро пожаловать. В общем, мы нашли сами другое озеро. Здесь, в принципе, нельзя купаться. Ну как, здесь нельзя купаться, но, в принципе, можно. Слушай, так интересно, с чем по моей стороне. Ну, скользко. Ой, вода там уж такая. Пробуждает. Видите, как здесь все? Видимо, берега не хватало нормально. И как-то шины, туда чуть-чуть земли с вот этой всей зеленью, с травой. Тут пару камней. Где постоянно останемся? Нет, видите, там внизу берег просто из этого. Из камней маленьких вот складывается. Вот, оказывается, только камни. А тут, видите, так сделали искусственным путем. Это траву. Мужайка такая. Странно выглядит, конечно, но прикольно. И бесплатно, к тому же. Вот тут можно поесть что-то, сесть. Тут, видите, там есть столик. Вон. Тут рядом есть какие-то переодевалки, сзади них туалеты. Это озеро называется Ангельзее Хойхельхайм. Солнце светит в глаза. Bisschen seltener. Aber es ist halt so ähnlich wie ein Labrador. Ein bisschen vom Fell anders. Okay. Aber der ist auch müde jetzt, der war schon in der Weltenstunde. Hallo! Всем, кому понравилось это видео, ставьте лайки, пишите комментарии, а также подписывайтесь на мой канал. Не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить мои новые видео. Всем пока, до скорых встреч, люблю!